мы пообедали. А, кстати, ты что ищешь? Ключ от дома. Что ты ищешь? Ключ от дома. Ты что переворачиваешь все? Я нашла, провалился, я же сказала. Все, теперь можем ехать. Надо на брелок подцепить. И на шею, Кристина. Надо брелок. На веревочку и на шею. Всегда были в детстве варежки на резиночках. Потому что я всегда варежки теряла. Да. В школе всегда шапку, новую шапку одену. Первый день все потеряла. Прихожу домой без шапки. Серьги золотые теряла. Да. А у нас растеряша. Помню, у меня был комплект шапочка и шарфик. И остался только шарфик и шапочки. До сих пор помню полосочку такой симпатичный был комплект. Такой недешевый еще. Маму упрашиваешь, маму купила. Мне мама так и сказала, ты же все равно потеряешь. Так и получилось. Не бросай. Все. О, большой он. Сможем? Хорошо, навряд ли мы сможем его спустить. Я сейчас помогу. Все, подожди, ладно, по бокам он возьмет. Подожди. Гали? Нет, не держи. Вот так, как я сделаю. Сейчас не лопнет, вот так, как я. О, она. Блин, а что дальше? Вот сюда его, вот так. Оп, давай. Оп. А это посерединке есть балка? Да. Провисает чуть-чуть. Вот сюда его надо взять. Сейчас. Мы было с тобой так встряхнемся, и чистенькие опять. Две перегородки какая-то у него была. Куда у тебя ты закрывала? А, ну я нашел курточку. Хоздвор был. Хоздвор здесь был. Точно. Сейчас вот на этот вот угол он может обломаться. Пока они не слышат, я вам сейчас по секрету скажу. У меня есть второй канал, ссылочка на моем канале в описании. Так что переходите, подписывайтесь. И напишите, что Диана с Рошаном в
Что делаешь? Шифер. Так, тискуем. Конфискация. Незаконный навес был построен. Мы решили его ликвидировать. Угу, вот здесь. А я потом это убрала. Он еще и низ. А я его хотела убрать, мне не нужен. Все, убрали. Маленький обгрызочек такой, 2 на 2. Зачем он мне? Ни туда, ни сюда, только весь вид портит. Ты можешь его так же поставить, как стоял? А то я его чищу, но мне так не помню. Я просто не представляю, как это в машину к нам залезет. Это вот так, как и листы. Трудно, да, работать без того, как ты поел? Сейчас поспать, да? Не, не поспать. Я бы сейчас чай бы с лимоном попила. Но лимон пропал. У меня, не видно. Полный курятник. Мусор. Пипец. Рушан, дорого обойдется убрать вот этот железо. Ну, за него дадут, имеется в виду. Нормально? Ты покажи, какое. За забор новый хватит. Если сдать? Да. Почему? А на пол забора? Ну, здесь 2000-3000, не больше. Вот одну миллион. Если он такой просто симпатичный штакетничек увидела. Уголок дешевле, дороже продать будет. Вот просто. Этот уголок? Вот уголок, вот уголок. Вон там уголки все. Ладно. А жесть, она легкая сама по себе. Тонкая, да, потому что? Ну, такая тоненькая. Руш, только машину не затаскивай, я тебе помогу. Ладно. Помощница. Как что-то, помню, мы покупали. Я говорю, мне не хватает. Она говорит, я тебе дам. Я говорю, да валка ты моя. Помнишь? А расскажи про Дордой, как мы с тобой это шопились на Дордой. Ты мне доверила свою службу. Ну да, там у нас орудуют. Я не знаю, кто не по национальности. Ну, не русские. Молодые девчонки. Одетые, разодетые. В жизни не подумаешь, что они по карманам и по сумкам лазят. Зашли на Дордой в контейнер, что-то выбирали, смотрели. Я пошла в примерочную, Дианке говорю, подержи мою сумочку. Выхожу, смотрю, стоит, что-то там смотрит, сумка у нее моя открыта. Хорошо, что мелочи, у меня передний кармашек не открыт. Там мелочи тоже прилично было, около 1000, наверное, сум. А уже во внутреннем у меня получаются крупные. Да, а потом дальше проходим, а еще с нами друг ездил. Я потом ему говорю, они обчистили меня, прям показал. Он говорит, не, не может быть, ты посмотри, как они одеты, типа это. Я говорю, нет. А потом дальше проходим, смотрим, они в контейнере стоят и мою мелочь делят. У них свой контейнер есть на Дордой. У них не контейнер, у них свои точки есть. Потому что я помню, что спустя какое-то время я захожу обратно в этот же контейнер. Я хорошо еще помню, там у них джинса только, вот джинсовые. Да. Джинсы, джинсовые куртки, сарафаны и все такое. Я захожу, и тут же этот продавец, девушка, хоп, кому-то звонок. И тут же спустя 2 минутки опять вот эти девчонки там. А я специально ходила по контейнеру очень долго. Их доводила так, они там ко мне и так, и сяк пытались подойти. И все, типа вот рядышком там это почем, то почем. Ну, типа да. Вот спрашиваешь, прижимаются специально? Они специально прижимают. Одна стоит, отвлекает. Вот это посмотрите, вот это лучше, чем вот это. А вторая рядом стоит, да. Чистит. Как будто бы она просто тоже клиентка, рассматривает одежду и чистит. Да. У нас у мамы, помнишь, да, как кошелек украли на рынке? Мама бежала за ним, он забежал в мужской туалет, мама пофигу забежала в мужской туалет, и она говорит, он у меня украл кошелек. Его начали по карманам, нету, поднимают вот так кофту, он у него вот сюда вот, ну, в джинсы вставлен. Мама говорит, кто-то из нас заболел, да? Да. Последние деньги, говорит, было очень обидно. Как у них как-то, как там в этих, да, дурят, в обменках, да?
Я реально разменивала. Они говорят, вот 7 тысяч, пересчитала 7 тысяч. Иду дальше, пересчитываю, у меня 5 тысяч. Да как так может быть? Да. А меня ломают там деньги, меня тоже так обманывают. Нет, меня один раз тоже хотели обмануть. Я меняла рубли на суммы. 5 тысяч рублями, и получается, сама мне выходила где-то, ну, допустим, 6-150, да? И он мне дает 6 тысяч. Специально они дают мелочью. Вот специально они дают мелочью. По 100 рублей, да, вот такая, что пачка была. И он мне дает 6 тысяч, а потом я беру, он говорит, 150 еще вам. И у меня обратно эту пачку вытягивает. И типа догладывает 150 и отдает обратно. А я тут же беру, пересчитываю и говорю, мне тут не хватает, говорю. Да, там труба все прошаренные. Там нужно в ухо вострой держать. Прошаренные. Тардовски, кто уже знает, кто там работает. Там даже охрана, милиция уже на этих карманников. Там все у них подключено. Потому что, говорит, смотришь, говорит, его вот только что поймали карманника. Через часик он уже задержан. Ну, милиция, да, полиция? Охрана там или кто, я не знаю. Да, задержали. Через часик смотришь, он уже обратно ходит. Да, правильно, там милиция. Милиция, просто на рынках они, бля, орудуют все. Они там их крышуют. Дань платят. Да. Поэтому... Ну что они взяли его, допустим, на дело его оформлять, столько документов, головников ему столько, это еще там бывают моменты, допустим, там кража, а должна быть определенная сумма, чтобы суд, допустим, человека посадил, им проще, как говорится, это. Мы сами в магазине, когда работали, вора ловили, который сковородки воровала. Ну прям со сковородки у него прям из-за пазухи. И на видео все засняли, вызвали участкового. Ну участкового что, забрали, они там попрессовали немножко. Через час он вернулся, получается, и у нашего этого грузчика, который мне помогал его затаскивать эту комнату. У него там сумка лежала. Когда, видимо, когда его затаскивал, увидел, что сумка лежит. И вот он его, получается, вернулся обратно в магазин. И спер документы все. Месть его была жестокая и страшна. Так, представь, таджику, допустим, да, в России документы все потерять. Ну да. Обидно. Вот сзади тебя еще стоит. Ой, как он страшный. И вот еще стоит. Нет, это тот еще мы не будем брать. Хм. Я думаю, тебе оставим. Чтобы ты потом не сказала, что мы тебе все забрали. Жесть. Рушан, это тоже? Да. Но Рушан, он какой-то сильно пыльный. Мысли сильно пыльные, а веник для чего? Я поняла, веник, смотри, не убирается. Ну, ничего. Если я вот здесь убрала, может, хватит, Руш? Не хватит. Переверни. Надо. Дают, бери, бьют, беги, поэтому... Давай я с стороны шкафа почищу. Да, я переверну. Не, переверну. Ой. А самый в чем прикол, знаете, как у нас закон действует? Вот, допустим, я пришел в магазин, да, что-то украл. Меня взяли, продавцы поймали. Вот, и начали силу применять, чтобы там выхватить у меня что-нибудь такое. И, ну, все, применили силу, силой меня затащили в комнату, вызвали полицию, полиция приехала, я пишу заявление о том, что меня грубо очень там жестко говорят. И вот будет не мне будет плохо, а вот именно вот этим сотрудникам магазина будет плохо. Потому что, оказывается, они не имеют права применять силу. Мети. Блин, он тяжеленный. Ореха столько. У соседей куча. А у меня ни одного плодового дерева нету.
Посажу осенью, а потом ждать, блин, еще лет 10, если доживу. Харя, как я разговариваю. Персик хочу. Вишню. Чудо-вишня называется. Это вишня с черешней вместе, колерованная какая-то. Чудо-вишня называется. Говорит, очень вкусно. Яблонька, грушу, абрикос, сливы. Все? А ты водой просто побрызгать и все. А где я тебе ее возьму? Че, нет баклашек? Да ты че, грязь? Да она грязь побежит, да. Да мне кажется, нормально. Сверху засуньте. Ну, блин, разошлась. Сметы больше пыль сбивает. У меня уже сил нет. Мы же только поели. Это верхушка будет? Нет. Почему снизу сюда посильнее? Давай набор поменяем. Нельзя. Мне там написали, шифер можно по мастеру шам. Могу поменять его? Давай, я сейчас поменяю, я тебе дам щетку, попробую. Что, трудно будет? Конечно. Ну, нелегко. Ну, не смоешь. Вот это уже мокрый, не смоешь. Но мы не успеем, да? Нам надо быстрее покрывать. У нас два дня дождей с завтрашнего дня. Мы подождем, потом все помоется. Подождем, что не помоется. В плане мне звалась на крышу, щетка под дождь. Да, и все нормально, дождевик оденешь, возьмешь щетку, порошочек. Хорошо, нет, это гнилой. Давай. Поняла? Молчать, женщина. Ну как он руш? Фу, я уже надышалась. Надо было маску. Со стороны тоже, да, грязная? Чисто. Чисто метелку сделала. Ну, блин, удобно. Надо будет про запас потом купить такую же метелочку. Ты думаешь, поставить? Что в будущем не будет таких метелок? Боюсь, что не будет, разберут все. Тем более, я всем сказала, что метелки классные. Сейчас их начну покупать. Классные метелки. Ничего не остается. Очень классные. 200. Во дворе убирать. Она прям, она в меру жесткая, прям супер выметает все. И настолько удобно. Все? У нас только да. А там чисто. Ой, вы сейчас уедете. Я на батрасике прилягу, посплюсь часик. Ой, колени хлебят. Ну, я серьезно спать буду. Пожалуйста, не беспокойтесь, не звоните кому-то. Так, молоток все забрал? Нет? Ну, я, да, я вот сюда положила. Такой неудобный гвоздодер, если честно. Блин, рукоятка узенькая. Ой, тоненькая. Другого не было. А мне нужно было срочно, поэтому купила то, что было. И я его купила. Че так довольно стоишь? Не пойму, могу по где мухи летают. А вон там где-то. А что они здесь летают, вообще разлетались? Металлическая стена. Когда мы здесь маразм ее закроемся? Я еще тут свою красивую видела, на поле неудобно называется. Кристина, короче, ходит, все видят. А в итоге-то... А вот смотри, здесь такое же колесико, как вот Кристинка тебе дала, Руш. Кого? Нет, а то поломано. Что, дальше поверт? Ага. Угу. О, ну видишь, со стопом. Только стоп нихрена не работает. Да. А для чего так закрутила битом? Близко все. Что-то, сука, много тебе движений.
Нет скоростей, да, здесь? Не знаю. Сейчас буду считать забор. Все. Спасибо. Ну, мы сейчас поможем тебе, посчитаем вместе. А вторую не надо? Вон ту целенькую тебе. О! Да. А здесь они, вот они. Ну зачем тебе они? Пригодится, как говорят эстонцы. Что будешь делать? Кресло сделаю, я себе буду в этом сарае отдыхать. А как называется? От кого? Что будешь делать? Это? Диавай. От кого ты хочешь? А? Отдыхать от кого же? Патрика. От работы. От тебя я не устаю. Серьезно? Да. А то я порой сама от себя устаю. Ой, нет, я от тебя не устаю. А я потом посчитаю. Вот так и вот так. Давай, неси свою рулетку. Моя короткая рулетка. А вы ты не взял свою? У меня всего на метр меньше, на 2 метра. На 2 метра это все. Заедем попить, возьмем. Да, потом мне надо перчатки Рушан взять для работы. Ты мои перчатки одевал и растянул резинку, они с меня слетают. Дорогой. Хочу потом посчитать, который подешевле. Так вот этот пакетик, да, будете считать? Ну да, там еще нужны трубы, да? Вот еще профиль нужен, да, столбы нужны будут. Ну я знаю. Это же есть столбы все. А если их покрасить? Не, они не пойдут, ты чё? Это, я бы сказал, не столбики, это столбище, швеллер. А ты чё такой обход делаешь? Ну там, я не пойду, не поэтому. Натянуть надо. 5. Ой, улиточка, прости. Угу. Так. 5. Давай, давай, уходи. У тебя бы забор какой-то большой получается. Смотри сюда, она может порезать аккуратно. Прям поднятини посильнее. Все, вот так, 5, 10. Как много! Вот, видишь? Да. Я чувствую, эта рулетка недолго проживет. Пятнадцать. Слушай, больше, чем у нас. 15. А, нет, у нас... А пришли, Кристина, немножко, на меня. Давай, там поставь, где 15. И сколько бы ты еще? Я там стою, нифига не вижу. А еще вовнутрь туда надо. Давай, ты видишь это место? Да, скрути ее. Кнопку нажми. Кнопку нажми, сломайся. А, все, да. Сломалось, да? Сломала, не рулет. Мы же что-то про меня говорим. И 80, 15. Вот так. А, это... Это кирлик, вот и все. 15 метров 80 сантиметров. У тебя муж золотые ручки, он починил тебе рубеж. Давай. 15 метров 80 сантиметров. А, вот так тоже она хочет? Вот здесь тоже надо закрывать. А, это, а не это не надо. Это не ее. Угу. Жара-то какая, а. Давай грузиться. Сейчас она посчитает, ему грузится. Он еще счетовод считает. Восемнадцать метров сорок сантиметров. Да 19 ты считай.
вот пошла. Понять не могу, что там. Это должно. Не мое же, да? Нет, не твое. 17 метров. Ну, короче, 19 метров, да, нужно почти? Да. О, это будет очень дорого. А ты считай, смотри, сколько там рабочая, плюс еще этот там промежуток. Там у меня прям вот такая будет сила. Так некрасиво будет смотреть. Красиво, Руша. Нет, вот такое расстояние должно быть. Да ты что, прикал? Нет. Вот такое хотя бы. Потому что приплюснуто не будет видно штакетничек сам. Оно некрасиво будет. Прям вот сделать. Иди считай. 19 метров. Потом сумму нам скажешь. Мы пока грузиться будем. Давай грузиться. Давай. Вот так застилаем мы покрывало, которое у нас постоянно под дождем, потом высыхает. Она как обычно что-то потеряла. А мой кошелечек был, а вот. Страшно.